А скажите, пожалуйста, с какой целью все это вырублено? Вообще-то есть охранная зона в линии. Или в свои времена не на место. Работники муниципального унитарного предприятия «Сухолужские электрические сети» в понедельник, согласно нарядзаданию, произвели спиливание деревьев на аллее у дома номер 2Б по улице Пушкинской. Ветви разросшихся деревьев лежали, опираясь на провода линии электропередач. Разветвленные кроны 40-летних деревьев представляли потенциальную угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих домов, соседних территорий и тех, кто, спеша на работу при каждом сильном порыве ветра, подвергал себя опасности в случае обрыва проводов. Дело в том, что линия электропередач, как мы с вами видим, расположена ровно под деревьями. Поэтому мы были вынуждены привести охранную зону линии электропередач в надлежащее состояние в целях ее безопасной эксплуатации. Для нас, как для эксплуатирующей организации, в первую очередь важна безопасность электросетевого имущества, также безопасность горожан, потребителей наших услуг. Ситуацию актуализировал к тому же монтаж линии, которая должна питать вновь установленный на пешеходном переходе, согласно требованиям безопасного движения, светофора Т7. Деревья, хотя и были высажены вопреки установленным запрещающим требованиям, практически в охранной зоне изначально никому и ничему не мешали, пока не стали сначала касаться, а затем и нависать над проводами. Линия электропередач находится под постоянным напряжением. И в случае ее обрыва будет представлять угрозу для жизни и здоровья населения. Чтобы этого избежать, соответственно, и была произведена обрезка деревьев. Ну, конечно, с аналогичной заменой. Действительно, в практике при эксплуатации линии передач периодически, к сожалению, возникают такие случаи, когда провода обрываются. У нас с вами категория населения очень любознательных, это наши с вами детки. Они подходят к проводам, наступают на провода, и, соответственно, все это приводит к гибели или сильному травматизму ребенка. Чего бы нам очень не хотелось, поскольку все-таки мы отвечаем за безопасность. Сегодня спиленные ветки и распиленные стволы уже вывозит горкомхоз. На месте отслуживших деревьев будут посажены и также будут расцветать по весне кустарники, которые должны стать достойной заменой и радовать глаз, как радовали цветущие, но уже старые, отслужившие свой век, груши и яблони. Мы, конечно, понимаем возмущение горожан. Конечно, деревья – это экология, это эстетика, это очень красиво. Но в таком виде, да, конечно, не останется. Будет высажен кустарник. Кустарник высотой не более 4 метров для безопасной эксплуатации линии. Конечно, будет по-другому, но также красиво.